Батарейка только, я говорю, подводит. Т-150. Это, скорее всего, да. Надо видно, сейчас... Видно, что даже еще мосты на болтах. А тут передний другой мост, задний второй мост. Чешминский, да? Капитально восстановленный. Ну, в принципе, диск красили, подправили, подрихтовали. Так, здесь что у нас? Здесь что-то изменилось, нет? Нет. Какую-то защиту для цилиндра поставили, видишь, приварили. Вот это? Да. Крылья. Крылья тоже что-то не внушает доверие. Как-то плохо приходится. Чем-то здесь не болтается. Навеску от ДТ своровали где-то, круглая. Зачем она тут 350 была, круглая? Была, да? Просто я, насколько помню, этот. Разные были. У Т-150 у него такого прямоугольного сечения. Видимо, от года зависит. Вома нет. Инструментальный ящик. Новый. Инструментальный ящик, да. Новый. Ну, двигатель-то здесь, да. СМД уже сейчас не найти. Нет смысла там, чтобы все почини. Да, уже. Он уже изжил свое. Распределитель какой-то новый. Другого я такого еще какой-то непонятный. Чей? Да? Видел такой? Ну, это скорее... Какое-то литейное вечное. Ну, явно наш, конечно. Конструкция-то наша. Так, насосы стоят украинские. Украинские насосы. Пошло? Ага. Брызговик такой какой-то. Да, что-то примострякали. Но крыло все равно, оно отвалится честно. Оно, да, тут прихваточками так все заварено. Да, тут точками заварили. Оно отвалится. 100%. Тормоза остались. Те же воздушные, да? Ну, я имею в виду сами. Некоторые сейчас ставят более мощные тормоза. Увеличенные камеры. Но тут защита специальная, да? Когда садишься пузом на землю. На брюхо? На брюхо, да. Вот эти цилиндры страдают сильно. Это плюс, конечно. С рамой ничего не делали, рама та же самая осталась, да? Ничего не делали. Бакстан. Вот тут аккумулятор не что-то. На дверке. Обшивку. Здесь замутили. Какую-то обшивку приумную тут. Сиденье чего-то. Механическое. Да, с подлокотниками. Приборов все то же самое. Фольгизолон натянули, смотри. Фольгизолон для красоты. Отвисит тебе. На полу резина небрежно. Педаль тоже старая, какая-то уставшая. Да, и тут все как уже видавшая. Ну зачем? Они же как бюджетные же вариант. Ну да, они минимум вложений. Да. Тут даже уплотнители какие-то есть. Ну вот из плюсов отметить хочу фильтр, вот, по-моему, уралский, наверное. Урал, да. Удобный вот. Ну, обслуживать удобно, да. Но низкий воздухозаборник. Это минус. Труба торчит высоко. Со своим трактором поделили. ПМЗ. Ну, без наддува, обычно. Подножка тоже
старенькая. Она какая-то другая уже. Че, фара, что ли? Версия 2.0. По-моему, из Беларуса. Ну, это да, это уже белорусовская. Решетка. Решетки, кстати, можно купить, да, даже, и они продаются, по-моему. Ну, крупная достаточно, конечно. Пионы, да. Разведчики. А что у вас сейчас надо? Совместное производство субсидируется. Ремонтируем, собираем. Там завод или что? Средняя стоимость ремонта. Ничего себе, 1 296 000. Это со своим трактором мы сейчас выпрыгнули. Ваши соседи Довлекановские, как там? Слышал? Нет, не слышали. Там же тоже такое было производство. Это где? Да. А эта стоимость указана, это если свой трактор пригнать. Да. А в каком состоянии первоначальном должен быть? Рамы и кабины рама, хватит? Рамы, кабина, мосты, чтобы были. Тут учитываются конфликтующие запчасти. Это, по-моему, без учета. Без учета запчасти. Без учета запчастей. Это только работа получается? Нет, секунду, сейчас скажу. Слышу, там вот двигатели в росточке. Ну видишь, да. Вот тут уже, чтобы добраться до самого двигателя, да, нужно хорошенько ключами поработать, уже снять крышку. Ну да. А под, допустим, начать. Это даже не то, что ключами, здесь надо физически поработать. Это получается, смотри, ты ее откинуть ее не сможешь, крыло не даст. А ее придется снимать. Ее придется снимать. Скорее всего, ты ее потом не поставишь. Да, и потом ты в поле раз-два попробуешь ее поставить, и она. Дома оставишь эту крышку. Да, в поле где-нибудь в Бороде уже. Хорошо, если дома. А то может что-нибудь пойдет и укордет еще себе. Колеса, конечно, натерли. Хорошенько. Долина. А? Долина. Ну, на выставке, как бы, чтобы блестели, красиво, чтобы было. А в кабине можем сидеть? Ну, а что вы? УАЗа стоит. Датчики все те же самые оставили. Рулит УАЗика, слышишь? Рулит УАЗика, говорю. Рулит УАЗика? От УАЗика, ага. Ладно, хоть нет. КамАЗа. Ну, сиденье такое это. Нормально? Ну, фиг знает. Так, пока вроде сидеть можно. Так, кабине. Ну, этот... Дворник. Коврик уже, постелили. Дворник уже электрический, видишь, стоит. А, до этого было ручной, да? Нет, ну, пневматические были. А, пневма? Ну, раньше когда. Предохранители крышечку не стали делать. Решили, ну, нафиг. Ну, в принципе, вот... как. Зато здесь... визуально видно, какой сгорел или нет. Для села это... для какого-то среднего колхоза. Ну так, смотри, обшивочку ее здесь сделали. Круче только, не знаю, смысла нет, наверное. Такую кабину уже дальше наворачивать. Сиденье, смотри, второе тоже такое. Сиденье, да, раньше было, наверное. Нет, сиденье-то было, просто такое вроде как это. Ну, особенность 50-го удобства, что тут много места для второго пассажира. Это... тут можно даже не одного пассажира посадить. Да, это по 700, так. А это ручка. Это что у нас обогатитель? Глушилка, скорее всего. Глушилка? Да. И у ЕМС так не глушится, как бы, сам по себе. А, ну там, да, там рычажок отдельный есть на аппарате, да. Да,
так-то все то же самое. Газ тоже тот же самый. Зеркало. Зеркало что-то откроешь, оно не ударится. Ударится, наверное. Ударится. А, тут есть вот ограничитель. Ограничитель. Как бы тоже не очень, конечно, внушает доверие. Рычаги, рычаги. Рычаги гидравлики. Тоже те же самые КПП. КПМ-ка. Вот как-то так. Капитально восстановленный Т-150К. Вот такой вот трактор.